Каждую ночь горят автомобили. Такую информацию опубликовали в соцсетях регионального управления МЧС. Автовладельцы включают на ночь обогреватели машин. Что делать опасно? Это может привести к замыканию прибора и пожару. Также отогревать замерзшие машины должны только профессионалы. Из-за морозов зарегистрировали и резкий всплеск бытовых пожаров. Спасатели сообщают, что только за 10 декабря зафиксировали 29 возгораний. В 13 случаях их причиной стало короткое замыкание. Еще в 13 нарушениях правил эксплуатации печного оборудования. В трех – неосторожное обращение с огнем.